Что касается поддержки и страхования экспортных рисков украинских производителей, это, безусловно, очень важный процесс, который сейчас как раз входит в активную фазу в Украине. Как раз сейчас в процессе обсуждения находится второй законопроект, который должен быть принят до конца года, о создании украинского экспортного кредитного агентства, которое позволит страховать риски уже украинских экспортеров и позволит им расширить географию собственного экспорта, то есть выйти на новые регионы, более рисковые регионы. Сейчас мы экспортируем в основном в Индию, Турцию, Казахстан, Белоруссию, Россию. Но страхование экспортных рисков позволит нашим производителям расширить свои экспортные операции, развить производство и, следовательно, создать новые рабочие места.